Авария случилась накануне, вечерний час пик, возле парка Победы. 26-летний водитель «Тойоты» выехал на пешеходный переход, на красный, и сбил прохожих. После этого мужчина направил авто на встречку, где врезался в другую иномарку. Ее водитель, женщина, не пострадала. Пешеходы получили сотрясение мозга, сильные ушибы рук и ног. Скорее всего, водитель лишится прав. Добавим, в марте Госдума в первом чтении приняла закон. За пьяные разъезды штраф до 200 тысяч рублей. А если в аварии были пострадавшие, автолюбитель проведет в тюрьме до 15 лет.